Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Поросёв. Сегодня я хочу с вами поговорить про настройки камеры YCC+. Но мне подписчики написали, что они не могут ставить настройки на записи SD-карты. Мне последний комментарий на YouTube был, какой карта памяти ставить максимальная емкость карта памяти. Ну, там у меня максимальная, не знаю, там 35, может, если камера возможность есть, может читать там побольше, ну, 40 гигабайт. Но я ставлю 35 гигабайт, но это все зависит от мощности камеры, поэтому не знаю, какую ставить. Там вы должны читать на паспорте, сколько максимально сможет читать ваш воспроизведение через SD-камеру. Еще и музыка нам написал, что не мог восстановить свою камеру, вообще не записывает. Ну и в основном все проблемы, которые подписчики мне пишут, это зависит от записи. Не, я не знаю, по-моему, если вы мне написали на комментариях, то уже у вас у YCC+ вот такая камера. Сейчас давайте перейдем на камеру, сейчас я вам покажу, как это все настроится, как должно записываться на SD-карту. Заходим в настройки. Здесь есть управление карта памяти. Смотрите, я обновлял программу приложений до последней версии. На предыдущем видео здесь есть статус SD-карты, и я смог ставить облачную запись или на SD-карту. Здесь вы увидите, что там выбрать на SD-карту или на облако ставить. Если у вас истекло время облачной системы, там на облаке записывать бесперерывно, то вы можете менять статус SD-карты и ставить на запись только на SD-карты. Режим тут я запись оставил не перерывную запись, но он постоянно записывает. И еще есть здесь форматировать SD-карту. Но он автоматически формат делает, очищает карту памяти. Ну, если в течение записи ничего не случилось, вам запись не нужен, вы можете форматировать SD-карту, и он будет записать заново. Я после вчера формат делал, ну, 76-77% занято, запись идет. Ну, давайте перейдем, как смотреть запись на SD-карты. Сейчас пройдем назад. Здесь есть воспроизведение, в самом внизу есть воспроизведение. Заходим здесь, воспроизведение с карты. Заходим здесь. Вот, сейчас вот эту часть, которая чисто, эта запись не покажет нам. Вот прохожу, смотрите, назад. Это 9 утра. Ну, сейчас 7. Вот это все запись. Куропатки. Так и можете ставить. И еще есть здесь время шкалы. Ну, запись можете по дням, по часам ставить, и он вам покажет. И переходим назад. Здесь есть новые возможности. Можете записать видео, можете скриншот делать, отключить, включить. И все. Вот не думаю, что тут трудного что-то есть. Почему не записывает, уже не знаю, почему так. Может, и качество SD-карты не то, не читает.
в основном. И попробуйте, на камере есть отверстие, там микрофон похож на отверстие на микрофон, а там есть кнопочка, можете иголкой там перезагрузить камеру, думая, что будет работать. Вот такой короткий видео, друзья. Если после этого что-то у вас будет вопросы, пишите в комментариях, я вам отвечу, посмотрим, как будем устранять вашу проблему. Думаю, что будет работать, надо вот все это менять настройки и запись ставить на SD-карту. Кому будет вопросы, пишите в комментариях, я вам отвечу и буду на связи. Всем пока, удачи, друзья!